4 мая. Обзор всей кухни, короче. Ну, это же парники. Я не хочу его открывать. Так засуну. Тут, короче, китуки там. Что-то еще я не помню, короче. Тут что-то пропало вот из мир. По мелочи пропал. Там символ тоже что-то не пошел. Ну там есть у меня другой. Это остатки были, сюда их поставил. А то там не помню, что. Керти, по-моему. Да. Его скоро уже усаживать. Там. Санти. Там еще что-то не помню. Дукат. Дукат. Ну а что, Дукат нормальный, сорт я забыл. Тут, короче, ориенталь Хармонли немножко. Это досею. Трапезон 92. Ароматный Хармонли. Гавана Голд. Самсун. Вот Самсун мне понравился. Хорошая рассада. Вроде и принялся весь. Тут еще сажать и сажать. Да. Там. А, ну еще вот махорку. Тут ее немножко. 6 кустиков. Между виноградом кинул. Тут тоже принялась вроде, да. Сейчас я там. А, ну и тут дюбек. Что-то дюбек не пошел. У меня его там пересаживал. Вот все, что получилось. Тут, короче, 2 рядка. 3. А тут не знаю, пойдет, наверное, пропал. Нет, вот что-то торчит, еще посмотрим. Ну, 3 рядка всего, было больше, было 5. 3 и то, что там останется, не знаю. И тут вот остатки, еще остатки тут. Я их на улицу вынесу, с гаража, чтобы они как бы закалялись там, пускай на улице стоят. Тут ахус, короче. Он думал, он пропал, его сильно погрызли, что-то погрызло. Ну, он так пророс вроде. Отошел. Ахус. Отошел вроде. Ну, посажу его. Там Хелена. Что-то пропало много. Ну, она в гараже стояла, только вынес. Может, ей не хватало там света или воздуха, не знаю чего. Ну, хватит мне ее тут. То Монте-Кальме и одногалецкий. Еще мелкие. Монте-Кальме. Вирджиния Ред. Вроде пошла она. Тоже сегодня вынес ее на парник, поставил. Она в стаканчиках вроде.
Поэтому они под ламп, не хватает, походу, им света. Тут красным все время. Тут отсюда я перетащил. Это сейчас я с той стороны займу. Big Jam. Big Jam что-то плохо так растет. Медленно. Тоже, наверное, теплицу надо выставить, чтобы быстрее. Тоже вон. Так стоит, думает что-то. Там спектр. Много пропало, что-то спектр потяг, пожух. Да тут его еще тоже дофига. Это все спектр. Хватит мне его. Это Галицкий. Тоже он начал тянуться, падать. Пожухло много. Ну, что-то есть. Потом, что это? Это Голдберли. Тоже вроде ничего так. Эти растишки крепкие у него. Это остатки были. Ну, это тоже Голдберли. И вот еще два лотка Голдберли. По-моему, да. А вот это тоже Голдберли. Вот это хороший. Почему он больше вырос, не знаю. Что, тоже свет, тоже все непонятно. Это Тернопольский пошел. Надо в огород уже его срочно проситься. Это тоже вот отсюда он начинается, Тернопольский. Его все это он, короче, дофига его. Ну и все, вот это остатки там. Тут уже отключил. Ну так пока на сегодняшний день. Все.